Так, ребята, всем привет! Вы на канале Ван Дамма, и к вашему вниманию бой против Сонгоку, клан Легенда, 25 ранг. Полностью фуловый аккаунт, имеющий дохренищую медаль, в том же роде в легендарке. И первые места есть, то есть вы понимаете, что это за оппонент. Очень опасный. Видел в списке многих их боев, то он и спокойно уничтожает и русского викинга 26 ранга, и других ребят, тот же Треф и прочее. То есть могу сказать с уверенностью, что это опасный игрок. Мне в этом поединке просто-напросто повезло, так как конфедерат явно не ожидал, что я буду играть. И местами мне показалось, что он просто как-то растерялся, испугался и прочее. Потому что его уровень игры был какой-то непонятный для меня. Ну, возможно, еще одно, что он просто уже отвык от раша раннего его хама, потому что, как вы все знаете, в топе играют в основном от авиации, потом там ферма, потом альбы, так же самое, как и конфедераты. Торы, тепсо, щит и прочее, возможно, даже луч. Сбор ресурса максимально хорош, но можно, конечно, было и лучше. Сразу строю свои же заводы. Отыгрывать буду от 6 центров снабжения и снайперская вышка, чтобы уничтожить конфедератских солдатов. Тем временем разведка противника, вижу, что только второй уровень штаба, показалось, что он апается молоты, и поэтому я делаю койота, чтобы разведать оппонента. Тем временем улучшаю штаб до 4 уровня, на 2.12 поставил на улучшение. Сделал койота и буду сейчас уничтожать противных солдатов конфедерации. Удалось уничтожить всех троих, при этом у койота осталось где-то 70% жизни. Отправляю его на разведку. Включил еще последний буст золотой снабжения, потом буду приходить на красный. Тем временем увидел циклона, мою разведку благополучно уничтожили. Я тем временем улучшаю уже спецзавод до хамелеона, сейчас улучшится. Ни в коем случае не отвлекаюсь, все делаю как надо. А вы, ребят, кто не знает, запоминайте, как надо рашить его хаму. Обязательно 4 завода, потому что это необходимо. И всегда нужно поставить как минимум одну установку ПВО. Вижу, что противник что-то вообще потерянный, но у него есть 7 CS, мощная добыча 25 ранга, и буквально через минутку-две у него уже будет 4 штаб и, возможно же, даже торы. Тем временем я включаю красные снабжения, чтобы мне хватало ресурсов на 4 завода, и вот строю одну установку ПВО, потому что это очень важно. Как мы видим, 5-я минутка, 5.0.10, уже его хам выехал. И сейчас будем приближаться к базе противника и будем его прессовать. Я это так называю, прессовка. Прессовка противника. Вот тут хама не включаю, потому что прекрасно понимаю, что у него там максимум 1-2 вертикса. Они мне хамелеона не убьют. Ну, тут включил уже, потому что я думал, он не полетит, но он полетел. Какие-то пехотинцы конфедератские. Нас тут встречают 2 Зевса, стенки, ну как обычно. Был бы тут щит, я уверен, что он бы даже и отбился, потому что Зевс под щитом, это понятное дело, имба. Есть залпы, неплохо так накидывает Зевсами, но толком не попал. Вертиксы летают, вот поэтому нужны дикобразы. Тут я включил второго хама, чтобы его не убили. Противник пытается отстроить, постоянно отправлять вертиксы, чтобы забрать какого-то танка. Тут вот Зевс потерянный, мы его расстреляли. Тут вот стенка пошла, противная стенка, которая дает Зевсу больше шансов на попадание. Тут вот видно был циклон, который мне забрал хамелеона. Опять же вертиксы летают, пытаются включить голд воздух. Тут же у противника имеется щит. Я переключаюсь на ракетную установку, не хватает контроля, видно, что юниты светят, минус 3, минус 4 танка, убиваем, конечно, мы ракетку, но при этом у нас очень много потерь. Но благодаря тому, что идет активный заказ с 4 завода, мы пытаемся додавить противника. Противник, конечно, еще надеется, что он сможет отбиться, но нет. У него это не получится, хоть уже и хама нету, но
Тут уже идет давка именно количеством. Не даем им ракетки построить, потому что ракетки нанесут нам большого вреда. Убиваем завод зипсов, и противник уже, можно сказать, ничего не может сделать. Так что, ребят, вот такой вот ранний Йохам против топа конфедератского. Обязательно ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой YouTube канал. Кому было интересно, опять же повторю. Ставьте лайки, всем удачи, всем пока. С вами был Ван Дамм.